Все для вас, работяги. Рискую ПТСиками ради работяг. Да-да, я. Сейчас будет подарок твич-чату. Здорово. Здорово, Ютуб. Да-да, я. Как он вообще знает, что я здесь, я не понял. Я в ахуе, как он знал, что я здесь? Где тут мост? Что, блядь? Ну, получилось. Я использовал совет, который мне дал один челик. Типа, колеса поворачивать, как на мотоцикле. В сторону переворота. Все, не работает баг. Пофиксили. Вот сейчас обидно было. Ну ладно, раз пофиксили. Вот сукичи. Вот пукичи. Заспреял. Ну вот и все, чувак. Чего? Откуда? С машины бегает? Не, я так не могу, они с двух сторон стреляют. Окей, ну ладно, топ-12, один килл это, по крайней мере, не минус рейтинг, скорее всего, это более-менее. Топ-10, мистер топ-10, мое погоняло. Красиво. Одни топ-10, хули. Респект таким ребятам, кто ебашит на уровне Высоцкого. Да-да, я. Да-да, мне. Мне респект. Короче, слишком сложная игра. Я в говне каком-то негде было. Ой, бля, как же не везет везде. Ну, блин, что еще? А хуй знает. Здравствуйте, Виталий. Здрасте. Я ваш фанат. Круто. Действия игры проходят на одном из белорусских островов. Спасибо за стрим. Ну, так я так и думал, что Белоруссия. Я сразу первое, что пришло в голову, я же сказал. Но все равно я не могу загуглить и найти это. Ну что еще? Плюс в чат, кто был на море в Белоруссии. Папа Нестер, как думаешь, сколько морей в Белоруссии? Хуй знает, я не помню. Дратути! А я все думал, когда же ты появишься? Шнырич, курьерыч, дякуич. Ну что еще? Привет, Попеч. Я родом из Гатки, Белорусская область, живу на берегу Картофельного океана. Хотел в починке переехать, но по телеку прошла игра, что... Как вы здесь машину убивают? Ну что за хуйня, блядь, синки? Стрелять в людей из окон и воровать канистры с бензином. ЧП, 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 Рафлан, канистры. Ну
Доброго вечора! Взял бы Сайгу, такого бы не произошло, но сори, я не взял Сайгу. Я не боюсь хоть что-то, правильно? Скорее как какого-то, у меня шло О3. Окей. А почему я его не вижу, блять? Почему я его не вижу? Почему я столько смотрел, а так его ни разу не заметил? Он меня видит. Откуда он вообще стреляет? Он мне дал 2 хедшота. Я хедшота не боялся, но я получил 2 хедшота. Ну... Что? Короче, я не хочу играть. Блять, меня хуярит. Ладно, надо ультра последнюю. Чё за... в голову прямо с дробовика. Это конец, на этом конец. Такого анлака у меня не было 1000 лет. Я попал с дробовика в голову, и он меня убил. Угу, конечно, проверьте. С дробовика в голову стрельнул. С дробовика в голову. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.